Дим, ты что будешь? С красной... Нет, подожди, там, секундочку. Икра черная стерляди или осетрина? Ты... Я предпочитаю стерляди. Стерляди, да? Ну, я думаю, это... я у тебя попробую, ладно, там, чуть-чуть. Я тогда возьму осетра, хорошо? Вот он чуть-чуть дороже себе, 16 и 14. Я думаю, наших сушин как раз хватит, мне кажется. Дело не мягче, надо вкусно было. Только я, понимаешь, тоже за, за натуральные продукты. Какие деньги, когда мы едим как бы чистую пищу, такую вкусную, да? Девушка, можно вас? Спасибо.